Итак, ребята, сейчас будем объяснять, как устанавливается новая сборка с Пиксельмона, обновленная сборка с обновленным модом 3.0.4. И, ребята, это для тех, кто спрашивает, как скачать мод, как его установить. Он скачал, но мод не смог установиться, клиент не запускается. Итак, ребята, сейчас объясню, что да как. Заходим в описание. Вот ссылка на новую сборку, переходим по ссылке, сейчас он залит на Google диск, так как раньше был на Яндекс, но на Google мне кажется лучше, так как и быстрее скачивается, не нужно регистрироваться. Вот сюда нажимаю скачать, и вот сюда скачать в любом случае. Но как бы я уже его скачал, потому что он весит 501 мегабайт и будет слишком долго скачиваться, просто вот сюда нажимаем и он кончается. Так, вот, скачался Пиксельмон, заходим в директорию обычную, где ставится... Пиксельмон, да, апдата, вот сюда, где ставится Майнкрафт, да. А, вот сюда мы заходим, ребята, обычно, я думаю, это все знают. Открываем Майнкрафт, точнее, архив с Пиксельмоном, да, и просто-напросто перетягиваем его вот сюда. Ждем, пока оно все там сделается. В принципе, это быстренько, но все же полгига весит, это... Не так уж и мало. Но все же ждем. Версия обычная, 1.6.4 и новая версия Пиксельмона. Так. Отлично, заходим. И вот оно вот тут все стоит, даже ничего трогать не нужно. Просто-напросто запускаем вот этот лаунчер. Оно пишет, что запускается, да. Вот оно нормально запустилось. Тут мы, ребята, выбираем. Заходим вот сюда, где версия, да, и идем в самый низ, оно вот туда, и идем вот в самый низ, и вот тут версия 1.6.4 с Forge'ем. Сюда пишем любое ваше имя, которое хотите, и просто-напросто заходим в игру, игра открывается. Я сказал открывается, вот, и все, 14 модов. Сразу стоит ресурс пак, хотите включайте, хотите нет, но шейдеры не стоят, но это уже по вашему решению, хотите устанавливайте. И все, ребята, очень просто устанавливается, очень просто скачивается, нету никаких там замудренных вот этих всех скачиваний, да. Это я объяснил тому, кто просто-напросто спрашивает, а как установить, а как скачивается, а как, какой профиль там выбирать, как Forge поставить и все такое. Ребята, я сейчас толком все объяснил. Заходим по ссылке, скачиваем, перетаскиваем вот сюда, заходим, включаем лаунчер и играем, ребята. Все, всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, в прошлом эпизоде мы уже себе купили еще один алтарь, да, на Артикуно. А гейммод у меня был включен, потому что я добавил себе еще несколько модов, и нужно мне было проверить, что там да и как. Ну, сейчас, секундочку, давайте убьем вот этого. Ну да, вот, еще этот мод добавил. Так, только вот оно сейчас не меняется. Сейчас нужно будет поменять там. Давайте сначала убьем его. Так, сейчас, ребята, мы это поменяем. Добавил я себе все-таки действительно пару модов, просто-напросто по приколу, можно и так сказать. Сейчас. Так, сейчас. Это у нас пускай будет вот тут. Вот так. В принципе, ребята, небольшой такой мод себе добавил, как бы вот на интерьер, да, книжные полки, вот диванчик такой. Еще там есть всякие, ну, как бы просто-напросто украшение такое, да. Просто по приколу пускай будет. И еще, что я хотел сказать, ребята. В принципе, действительно, сборку я поставил, кто хочет, скачивайте. Ссылка, в принципе, в описании. Я сказал, как ее установить, ребята, поэтому скачиваем. Да, еще, ребята, что я хотел сказать. Сейчас по поводу того, кто спрашивает, когда я буду выбирать вот эти стадионы, да, которые построены, когда их буду выбирать на
чтобы добавлять их как бы, да, на сервер. Буду я выбирать их тогда, ребята, когда там наберется минимум 200 скринов с вашими... с вашими вот этими... Чё оно тут? С вашими вот этими, как они там называются? Ну, как бы с вашими постройками, да? Когда наберется, ребята, 200 скринов. И что я еще хочу сказать, ребята? Вы можете строить не только вот эти, как их там, не только стадионы, а вы можете строить хоть что, ребята. Что вы умеете строить, то можете строить. Хоть там какой-то дом, хоть там мост какой-то. Да пофиг что. Может статую покемона какую-то, может там Макдональдс, может там стриптиз-бар. Пофиг, ребята. Если вы знаете красиво строить и у вас отлично получается строить, то в принципе, ребята, строим хоть что. Главное, что это, чтобы это было нормально и в принципе красиво, да? Если это будет нормально и красиво, то в принципе, ребята, будет отлично, да, и... Ну, и будет отлично, да? Если вы нормально построили, то нормально построили, да. Ребята, не только стадионы. Можете строить все, что вам угодно. Все, ребята. Все. Я сказал и еще раз скажу. Будет, как бы, будут выбираться вот эти стадионы, любые постройки, какие вы хотите, ну, которые вы можете построить, да, будут вот эти все постройки выбираться тогда, когда в группе наберется 200 скринов, да. Еще раз скажу, ребята, чья постройка будет выбрана, кто отлично что-то построит, я ему напишу потом. Потом вы мне скинете карту, я с той карты перемещу вашу постройку на в этот мир, да, и вы будете приглашены на одну серию. Я уже говорил, ребята, поэтому еще раз скажу, да. И, в принципе, ребята, все. Это все, что я хотел сказать. И сейчас просто-напросто продолжим прокачивать наших покемонов, да. Так. Так. Что мне нужно? Что я хотел? Так, ну, сейчас мы, конечно же, будем прокачивать для Артикуна, да? Для Артикуна, орб, да. Но сначала давайте все-таки, я знаю, сейчас будем вот это все продавать. Нет, давайте все-таки потом это все продадим. Потом. Сейчас давайте просто-напросто все это поставим в сундуки, да. Так, сюда у нас. Так. Сюда. Так, еще что-то. И вот сюда. Так. И вот сюда лечилки. Уже нормально так лечилок есть. Уже продать можно будет. Так. И вроде все, да? Да. Сейчас, ребята, сейчас. Идем мы прокачивать покемонов. Так. Ладно. Что я хотел? Так. Это мы поставим вот сюда. Так. Отлично. И вот так? Нет. Так. Что, ребята, идем мы, наверное, все-таки на остров, да? Пойдем мы вот туда, на остров. Так, отлично. Кого мы сейчас качаем? Клефари вроде она эволюционирует с помощью Мунстона, да? Поэтому сейчас мы его, наверное, просто вот так качаем, как я понял. Клефари. И еще кто там эволюционирует? Райхорн или кто у нас сейчас есть? Райхорн, да. Но он эволюционирует в Райдона, а потом его эволюционируем как бы. В его эволюцию следующую.
через трейд-машину, ну как бы, не через трейд-машину, а заспавним его, да, и так можно сказать. Уху-ху-ху-ху-ху. А где мой орб? Я орб что, выложил? И я, если честно, ребят, даже забыл про орб. У нас же есть орб для Ардикуна. Я и забыл, если честно. И вот что я еще забыл. А у нас что, уже нету ультраболов? Вроде нету. Ладно. Вот он, орб. Я что-то, если капут. Поставил его вот так в этот, в сундук, да, и пошел себе. Ладно, идем и прокачивать. В принципе, сейчас уже ночь будет, как я понял. Ну, не знаю, успеем ли хотя бы чуть-чуть прокачать. Так. Ну что ж, пошли. А, действительно. Сейчас же любых покемонов можно убивать. Не только таких больших уровней, да? Я, если честно, и это забыл. Нам вообще пофиг, какие сейчас покемонов убивать. Пятых уровней, пофиг каких. Так. Давай. Ну, конечно, еще не заполняется, да, это не сразу заметно, но по идее уже там должно что-то идти. Сейчас мы все-таки, ребята, наверное, домой пойдем, поспим. А то темно и толком нифига не видно. Или хотя бы прокачаем еще, как бы, вот эти удары Мьюту, еще немножко их потратим, да, когда там пара ударов останется, то можно будет пойти. Так. И немножко прокачаем наших покемонов. Вот этот уже нету. Так. Райхорн, 30 уровень. Так. Отлично. Кого мы там еще качаем? О, Тотодайл. И, в принципе... Да, в принципе, мы только Райдона и качаем, как я понял. Больше... И, ну, еще одного, да. У того вубу, как его, как он там называется, вроде эволюции нету, да. Так что мы их качаем. Ну, что-то я не вижу, что орб заполняется, или фиг его знает. Пока что еще не замечаю. Может, просто еще не пока, ну, немного покемонов убили, да? Все-таки действительно пойдем сейчас домой, а то темно и нужно всматриваться, где кто стоит. Так, а ты в бою, да? Так. Тотодайла мы сейчас убьем. Да, в принципе, пофиг, да, кого убивать, если честно, вот сейчас. Так, ты иди сюда. Не заполняется, если честно, еще я не замечаю. Вроде тогда мы даже еще меньше покемонов убили, чем сейчас, но как бы... Ну, как бы фиг ее знает, да, можно и так сказать. Так. Или заполняется. Хрен его знает. Так. Ребята, идем мы домой? Или сейчас? Сейчас. И нет, идем мы домой все-таки. Идем поспим. Вот. Реально, что-то не заполняется никак.
Мы же уже, в принципе, и нормальное такое количество мобов убили, как я понял. Кто-то у нас там еще есть на прокачку? По идее, должен быть. Вот этот, ребят, я не знаю, прокачивается ли он. Этого поставим. А тут, в принципе, больше уже никого нету на прокачку. Вот этот я не знаю, ребята, прокачивается ли он. Напишите, пожалуйста, кто знает, прокачивается ли вот этот покемон. Так. Там покемон босс. Ну да. Так, сейчас пойдем сюда. Тут, в принципе, тоже никого нету. Сейчас. Где-то зимняя биома, вот она. Тут кто-то есть какой-то ледяной покемон. Но мне действительно что-то кажется, что оно просто-напросто не прокачивается. Я не знаю почему, но мне так кажется. Может, нужно убить сначала какого-то вот этого водного покемона или там ледяного или какое-то, чтобы началась как бы прокачка или что-то такое. Потому что, ну, в принципе, я тогда даже больше убил покемонов, чем... Меньше убил покемонов, чем сейчас, и... Вот это, наверное, его следующая эволюция, или нет? Как бы тогда я убил больше покемонов, чем сейчас. Меньше, точнее, да? И началось прокачиваться, как я понял. Но сейчас что-то... Или мне реально кажется... Фиг его знает. Может, реально просто кажется. Наверное, идем и действительно поубиваем еще, не знаю, какое количество мобов. Если оно начнет заполняться, то, в принципе, начнет, да? Нифига. Ну, мелкий, конечно, такой. Так, ну что, пошли туда, на остров. Будет заполняться, будет. Не будет, фиг его знает. Почему? Это еще звуки вот эти. Что это? Вот. Вот тут. Отлично. Ну, поехали, ребята. Поубиваем сейчас боссов, посмотрим. Пашет ли это? Потому что реально, вот тогда, когда ты убивал какого-то покемона, то как бы Орби шел... Ну, как бы видно было, что да, что он заполняется как-то. В руке показывал, что он как бы вот так шел назад и вперед выходил. Что как бы каждый раз там энергия наполняла, что-то такое. Вот сейчас я что-то как-то не замечаю, что он бы вот так делал. Я уже, в принципе, нормально. А, вот, пошло вроде, что он так назад пошел. Сейчас. Во. Вот сейчас он так делает. Ну, походу, заполняется, просто еще, наверное, незаметно слишком, что он, ну, заполняется, да? Ладно, давайте по-быстрому.
прокачаем вот это все. И будет у нас Артикуно. Конечно, вот чтобы его еще сделать, это... Еще реально большое количество нужно мобов убить. Мобов, каких мобов покемонов. Так, сейчас. Ребятки, у меня есть еще одна идейка. Еще одна... как бы параллельный сезон, да? Сезон будет тоже с модом Pixelmon. Слушай, ребята, сейчас я хочу с вами посоветоваться. Хочу спросить ваше мнение и, в принципе, будет ли это вам интересно. Как бы вот этот сезон, да? Чтобы не было только, что мы как бы просто ловим, убиваем и качаемся на покемонах, да? А чтобы было еще что-то. Параллельный сезон, да. Тоже с модом Pixelmon тоже. Но тот Pixelmon, как бы он будет еще с другими модами. То есть будет как бы Pixelmon выживание. Да. То есть, смотри, параллельный мод, да? Это сейчас у нас обычный Pixelmon. Сейчас. Да, вроде пошло заполнение, как я вижу. Сейчас, ребят, реально слушайте, и кому это, в принципе, понравится, то, ну, напишите, что вы думаете по этому поводу. Сейчас у нас идет обычный, да, вот этот Pixelmon, мы как бы ловим покемонов, качаемся, и обычный Pixelmon, да. Ну, чтобы просто-напросто не было всегда, что мы качаемся на покемонах, что обычно... качаемся на покемонов, да, что не убиваем мобов, нету ничего такого. Я хочу сделать параллельный сезон. Там будет, не скажу, что лично моя сборка, да, там будут собраны как бы сборки, да, я буду выбирать моды, которые мне подходят, которые я хочу добавить, как бы это будет наполовину моя сборка. Ну, как бы, это всегда так, да. И, в принципе, ребята, сезон будет как бы Pixelmon, да, но там будут еще монстры. То есть не обычные зомби, как бы там усовершенствованные монстры, да, всякие там реальные монстры, а не зомби, там пауки и вот и криперы. Ребята, сезон не будет все внимание уделять на Pixelmon, да, так как там будут реально очень-очень-очень сильные мобы, это все, то, ребята, Pixelmon у нас будет как бы на втором плане, но в то же время мне кажется, что Pixelmon станет хардкорным, потому что там есть и обычные мобы, и Pixelmon'ы, да? Но мобы там как бы обычные, но они очень сильные, и это Pixelmon, мне кажется, станет немного таким хардкорным модом, потому что чтобы будет добраться к какому-то... покемону, да, нужно будет старание, потому что, чтобы к нему добраться, нужно будет убить всех мобов в округе, да, и добраться к нему. Но, что я хочу сказать, ребята, мод не будет такой, как бы, сезон не будет такой, как этот. Точнее, не будет все внимание уделяться покемонам. То есть, да, там будут монстры, ну, как бы, монстров мы будем убивать, да, и потом... ну, ловить покемонов. Ну, там как бы мод будет не только монстры, а там будет все, как бы, магия, да, и оружие, всякая всячина, боссы, огромные монстры, и вот это все такое. И какая наша будет задача, как бы, дойти до конца, убить всех монстров, ну, как бы, убить всех боссов, да, и по поводу Pixelmon'а, чтобы Pixelmon тоже какое-то участие брал, да, реально заполняется, орб уже видно. Вот по поводу Pixelmon'а, будет у нас такая задача. Мы не будем ловить всех покемонов подряд, потому что нет смысла, так как мы уже тут, да, ловим их. Это будет как бы мы просто-напросто... О, сейчас покемон босс там. Мы, ребята, наша задача будет по Pixelmon'у, это то, чтобы собрать одну как бы команду. То есть нам нужно будет собрать... за сезон 6 покемонов разных типов, да, ну, точнее, чтобы команда всех типов покемонов была, то есть электрический, там, водный, огненной, земляной, травяной и как бы еще один, да, там, каменный или какой там еще тип есть. Не, призрак, да, например, Генгара там сделаем, или еще кого-то.
как бы и это как бы одна задача будет, да? Собрать все одну команду разных типов покемонов, но плюс к тому будет прокачать этих 6 покемонов к максимальному уровню. То есть за сезон мы должны, ну, убить всех боссов, да? И плюс к тому у нас должна быть команда с покемонов, у нас будет только 6 покемонов, ну как бы мы будем выбирать какие, да? Каждая должна быть своя, как бы, тип свой покемонов, да? И вот эти 6 покемонов должны быть, как бы, сотого уровня, да? И, как бы, вот тогда у нас будет команда покемонов разных типов и сотый уровень. В принципе, ребят, я думаю, это будет интересно, так как это будет более ориентироваться на выживание, но все же, как бы, будут и пиксельмоны, и будут все же какая-то цель, какая-то задача и в пиксельмонах, да? Дойти до какого-то там уровня и словить какое-то там количество покемонов и каких-то типов, да? И мне, в принципе, кажется, что это действительно будет прикольно, это будет как бы противоположный сезон, да, этот сезон будет нормально, так, будем, ну, как бы ненормально, этот сезон будет, мы будем продолжать ловить покемонов, а тот сезон будет как бы выживание, но все же тоже с пиксельмонами. Так что, ребята, если вам, в принципе, это будет интересно, так как, ну, считайте, мы тут только ловим покемонов и больше ничего не делаем. Ну, как бы только ориентируемся на пиксельмонов. А там будет тоже и пиксельмоны, но как бы уже какое-то и выживание, уже какой-то экстрим, уже какой-то эпик будет, да, что уже будут и какие-то громадные монстры и все такое. Поэтому, ребята, в принципе, если вам нравится вот эта идея, то голосуйте. Но, в принципе, я думаю, это реально будет прикольно. Мне понравился вот та сборка модов, которую я планирую сделать. Я думаю, это будет действительно прикольно, ребята. В принципе, я сказал, кому нравится идея, ребята, то голосуйте. Ну, не голосуйте. Ну, можете голосовать, да, можете оставлять просто свое мнение, ребята. Так, в принципе, я думаю, на этом уже можно закончить эту серию. Немного мы прокачали орб, уже видно, да, что он действительно заполняется. Ну, в принципе, все, ребят, давайте на этом закончим. Не забываем качать сборку. Сборка обновленная с новой версии Пиксельмона. Объяснено, как ее скачивать, как ее устанавливать. И, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.